Всем привет! В этом видео более подробно о некоторых участницах 5 сезона шоу «От пацанки до панянки». Валерия Ткаченко, или Чича, 17 лет, наркоманка, очень агрессивная, у девушки плохие отношения с семьей. Когда-то Лера занималась футболом, после остановки сердца со спортом пришлось попрощаться, и все свободное время Лера употребляет наркотики. Логика зашкаливает. Спорт для сердца значит вреден, а наркотики самое то. Под кайфом Лера ходит по клубам, где все заканчивается драками. То есть за мячом бегать более опасно, чем драться. Юлия. Друзья зовут девушку Кот. На проекте получила прозвище Финиш. 21 год. Алкоголичка, наркоманка. Девушка не может жить, чтобы не найти приключения на свою пятую точку. Дерется. К Юле часто приходит Белочка. Девушка лечилась в реабилитационном центре от наркозависимости. Не помогло. 18 лет приемная мать заставила сделать девушку аборт. Елена Петын, или Зая, 26 лет. Алкоголичка, истеричка. Раньше была музыкантом, играла на флейте. Но решила, что бухать интересней. Когда напьется, ведет себя неадекватно. Например, может залезть на памятник, либо выпрыгнуть из трамвая на полной скорости. Мать Елены была жестока по отношению к девушке и ее брату. Единственный, кто относился к Елене хорошо, был брат, но он трагически погиб. Думаю, эти девушки фаворитки, так как про них нам раскрыли больше всего информации. А на этом все. Подписывайтесь на канал. До скорого!